Всем привет, у нас на обзоре чипсы Бандерас, тортилла чипсы, 200 грамм, переворачиваем. Чипсы кукурузные, читаю здесь наклеечку, поближе к вам поднесу. Сфокусировалась, да куда я нажимаю, я сюда нажимаю, чтобы камера сфокусировалась, но я даю. Чипсы кукурузные со вкусом сыра, начо Бандерас, производство Бельгия, продается в ленте. В общем, понятно. Упаковка стоила 100 рублей. Надо пробовать. Открываем кукурузные чипсы со вкусом сыра. Внутри у нас такие треугольнички. Слушайте, а ничего, нормально. Но не такие более упругие, чем простые картофельные чипсы. Сверху чувствуются специи, а потом уже запах становится после того, как специи растворяются в процессе еды. Запах, какой запах, вкус становится таким более пресным и нейтральным. Ну так, в принципе, вполне возможно. Я сначала подумал, это тапки какие-то нарисованы, а это у нас шляпа. Антонио Бандерас, 200 грамм. Ну, в общем, вы поняли. В ленте продаются. По скидке 100 рублей, чуть менее. Держим связь.